Давайте начнем. Значит, у нас competitive firm, total costs, дана формула. И нас спрашивают, при каких B, давайте посмотрим, for what B firm preferred to shut down? А, забыла спросить, а кто вас в прошлом году вел? Машинечка. Как Костя? Он же забрал свою группу. Ну, в прошлом году мы пошли. А почему он в этом году вас не забрал? Мы же там, типа, все это очень сильно меняли и все такое. Может, мы ему не понравились. Нет, он должен был вас... Блин, я только с вами познакомился, он сейчас заберет вас. Ну, ладно. Нет, давайте пишем. Вчера вечером, там очень быстро, там очень сильно менялось вчера вечером расписание, у меня есть время так поговорить, вот, вчера был какой-то ужас, там 9:30 вечера, и расписание вот такое вот, потому что все семинаристы, я в том году микро 1 не вела, да, вот я только микро 2 веду, вот, и все семинаристы решили себе забрать группы, вот, и значит, они там себе назабирали, и произошла путаница в расписании, и я там устроила целый скандал, потому что я не понимала, куда мне завтра в 9:30 утра идти, кому читать, чего вообще, вот, но в итоге все выяснилось, почему-то вы все новые тут. Он должен был вас забрать, ну, ладно. Ну, все, и тогда я вас теперь не отдам. Как хотите. Теперь я буду ругаться, чтобы мне больше никто не менялся, потому что я не хочу еще раз это знакомиться, всем все рассказывать и так далее. Инстаграм — это плохо. Ну, хорошо. Так, ну, смотрите, значит, у нас вот наш вопрос. Firm prefer to shut down. Да, shut down — это уйти с рынка, закрыться, да, то есть ничего не производить. Да, сейчас добавлю. Вот. Что вы помните про вот это условие? Что вы помните с лекции? При каком условии фирма захочет уйти с рынка? Отдельные издержки. Больше. Средние переменные издержки. Average variable cost. Что? Больше, чем цена. Ну да. Вот это условие шатдаун. Шатдаун. Да, чтобы закрыть. Вот. Ну, это все прекрасно, да, замечательно. Вы очень любите просто запоминать формулки, да, не понимая, откуда вот это взялось, да, поэтому мы сейчас с вами разберем, в принципе, откуда это взялось с точки зрения экономической интуиции. Да, давайте еще раз зададим себе вопрос. Когда фирма захочет уйти с рынка? Когда она не захочет ничего производить? Когда ей это невыгодно, правильно? Когда ее прибыль... Если она что-то производит, что-то оптимальное, что она выбрала производить, будет меньше, чем если она ничего не производит. Прибыль от нуля. Правильно? Вот оно, это условие. Да, когда я захочу уйти с рынка. Хорошо. Так, ну давайте распишем. Давайте распишем. Да, прибыль это у нас выручка минус издержки. То есть цена умножить на количество, это выручка минус издержки. Общие издержки меньше, чем прибыль от нуля. Смотрим, да, тоже выручка у нас. Цена умножить на ноль минус общие издержки от нуля. Как называются общие издержки, если я ничего не произвожу? Что там остается? Постоянно fixed cost. Помните? Да, общие издержки, total cost делится на variable costs и fixed costs. Да, и variable costs у нас есть только если мы что-то производим. Да, зависит от выпуска. Вот, а fixed costs, они есть, когда я что-то произвожу, когда ничего не произвожу, в любом случае. То есть вот это вот будет минус FC. Ну, это ноль, понятно. Распишем. P умножить на Q минус переменные издержки, минус FC. Да, но здесь то же самое, да? Также можно расписать, правильно? Меньше, чем минус FC. Смотрите, слева-справа постоянные издержки, они в любом случае есть, сколько бы мы ни производили, их можно сократить. Перенести переменные издержки в правую часть.
точно знаем, что у нас выпуск не равен нулю, да, поэтому можно левую и правую часть разделить на количество. Не равны нулю. Делим. Что остается? Цена меньше, чем переменные издержки, variable cost, разделить на количество. Что получается средние переменные издержки? Правильно? Average variable cost. Вот откуда берется вот это вот то, что вы запоминаете. Ну, берется из логики, да, из логичного рассуждения. Так, когда я захочу уйти с рынка, когда мне невыгодно производить. Вот оно, да? Ну, хорошо. То есть к этому нам нужно прийти. Ну, давайте посмотрим. Заново вернемся. Прежде всего, ну, прибыль от нуля, понятно, это минус FC, это у нас все есть. Да, вот нам что нужно найти. Оптимальный выпуск. Да, если я все-таки захочу производить, сколько мне оптимально производить? А вот это оптимальный выпуск, он берется из задачи максимизации прибыли. Задача, которую решает любая фирма, которая, в принципе, на любом рынке. Поэтому первое, с чего мы начинаем, да, это был пункт 0, да, чтобы, как, ну, чтобы прийти к тому, на какой вопрос мы будем отвечать. Мы делаем по шагам. Мы записываем задачу максимизации прибыли совершенно конкурентной фирмы. Подписываем BC, Perfect Competition. Да, это у нас цена умножить на количество, выручка. Причем цена – это константа, потому что на рынке совершенно конкуренция. Одна маленькая фирма, она настолько маленькая, что она не влияет на цену, она ее принимает как заданную. То есть фирма price taker. Помните? Да, вот это у нас константа. Рыночная цена. Почему? Потому что фирма price taker. Угу. Минус. Общие издержки. Давайте сначала общие, да, вот так. И эту прибыль наша фирма будет максимизировать по количеству неотрицательного. Обязательно подписываем, по переменной максимизируем и ставим на нее ограничение, да, из интернета. По неотрицательному количеству, потому что мы экономисты, да? Что мы не производим там минус один банан, настолько положительное значение. А, так, хорошо, мы максимизируем функцию из матана. Что надо первым делом сделать? Надо найти точки подозрительные на то, чтобы давать на максимум или минимум наши значения функции. Да, то есть, что надо сделать? Надо найти точки экстремума. Как это находится? Что надо сделать? Надо взять первую производную и приравнять ее к нулю. Да. А, вот это константа. Я просто что это константа. А еще раз, можете сказать PPC? Что такое? Perfect Competition. Совершенная конкуренция. То есть прибыль фирмочки на рынке совершенной конкуренции. Давайте. Так, переходим. Вот это производная равна нулю первое. Это условие первого порядка. First order condition. Первый раз я все расписываю очень подробно, да, подписываю все, все аббревиатуры, все. First, order. А это следует там указано, вот first order condition, second order condition. Ну, пишу FOC и записываю. Да, значит, прибыль, производная от прибыли по количеству должна быть, смотрите, в общем виде для максимума. Да, должна быть меньше либо равна нуля и равна нулю, если выпуск строго положительный. То есть вот это равно нулю, это только для внутреннего решения. То, что вам говорили на лекции, interior solution. Для внутреннего решения. Я могу один раз, да, так чуть-чуть, да, объяснить, почему вот такая запись. Потому что могут быть разные ситуации. Мы максимизируем что? Максимизируем прибыль. Ну, смотрите, вот для внутреннего решения. Вот у нас тут прибыль, тут количество, это такая заметка. Вот. Ну, вот какая-то, вот она, функция прибыли. Да, что такое производная? Это наклон. Правильно? Вот. Ну, где у нас максимум? Вот здесь, да, где наклон, горизонтальный наклон касательный 0, да, где горизонтальная линия. Вот. Вот здесь. Вот она у нас куса звездочка. Правильно? Наклон 0. Вот. Это один вариант. Это внутреннее решение. Это вот интерьер. Какой еще может быть вариант?
Главой, конечно. Прибыль может достичь своего максимума, эта функция, где-то в отрицательной области, которая нам не подходит, да, эта область, правильно? Здесь Q, здесь прибыль, вот она функция прибыли. Но мы не можем сказать, что вот тут у нас максимум, да, потому что мы не работаем в отрицательной области. Мы скажем, что максимальное значение нам подходящее — это 0. Да, тогда будет Q со звездой равно 0. Вот. Но здесь, что у нас с наклоном? С наклоном, да, с производным. Она отрицательная, видите? Наклон отрицательный. Да, то есть вот это производная прибыли, первая производная прибыли меньше нуля. Да, и максимальное значение 0. Вот оно угловое решение. Это у нас корни. Ну, обычно, да, попадаются все-таки внутренние решения, да, вот это interior solution, поэтому вот с ними работаем. Можно вопрос? Да. А может быть функция ограничена не слева, а справа, то есть на разрастание? Например, просто государство запретило производить больше какого-то количества товара. Может быть. Получается, что производная будет больше нуля, а этот подход да. не подходит. Не, ну здесь мы без ограничений, да, но вы правильное замечание делаете. Если у нас есть какая-то квота, да, например, то, конечно, да, если у нас есть какая-то там квота, то не рисуйте ничего, да, если есть какая-то квота, и вот больше мы производить не можем, да, здесь вот нельзя производить, здесь 200, а прибыль вот так вот идет, да, но мы скажем, что, ну, вот максимальная прибыль, правильно? Вот, и здесь у нас производная с положительной. Вот, но здесь мы сейчас не проходим государственное вмешательство, поэтому мы говорим, вот, без государственного вмешательства у нас вот такие условия. Вот, хорошо, спасибо, да, это очень хорошее замечание. Да, и мне очень нравится рисовать такие скетчи-графики, чтобы понятно было, откуда нафига вот эти вот, да, там, меньше нуля, чуть больше нуля, ничего не понятно, да? Вот, а что так хоть видно, да, вот, зачем это нужно. Хорошо, дальше. Равно нулю. Делаем. Давайте скажем, пусть мы работаем с внутренним решением. Вот это значок пусть, suppose. Пусть со звездой строго положительно. То есть мы работаем с внутренним решением, а потом мы это проверим. Да? То есть давайте предположим, что у нас внутреннее решение, а потом мы в конце проверим это, да, чтобы сказать, что угловых решений нет. Тогда должна быть первая производная равна нулю. Берем первую производную. Значит, тут у нас константа умножить на Q, берем производную, остается просто константа, да, то есть P. Будет у нас P минус производная от общих издержек должна быть равна нулю. Производная от общих издержек — это что такое? Marginal cost, предельные издержки, правильно. То есть вот оно первое условие, P равно MC. Согласны? Вот. Так, ну хорошо. Находим МЦ, да, берем, давайте возьмем производную в нашей формуле. Делаем. Сколько там получается? Q квадрат минус VQ плюс 1. Супер. Что у нас получилось? Что мы отсюда обычно находим? Смотрите, то, что у нас сейчас здесь написано, это что-то подозрительное на обратную функцию предложения. Но еще не все, да, естественно, то, что нам дальше еще надо делать. Вот. А нам с вами нужно найти Q, да, то есть выпуск. Правильно? Вот. Надо выпуск отсюда выразить. Есть квадратичная функция, ну, легко, да, там дискриминант, вот это все. Давайте это сделаем. Выражаем. Значит, Q квадрат минус BQ плюс 1 минус P равно 0. Квадратное уравнение, да, и у нас, значит, по корню. Давайте их запишем. Тогда будет равно. Значит, минус b, просто b, плюс-минус корень из дискриминанта. Дискриминант у нас b квадрат. Минус 4 на c получается. Вот. И все это разделить на 2. Давайте вот так сделаем. Да? 1 вторая. Да, чтобы там не делить на 2. Все. Вот. То есть
есть вот у нас два корня, да, и один из них мы потом отбросим. Да, то есть у нас получились, если из матана, да, то две точки подозрительные на то, чтобы давать на максимум прибыль. Мы пока не знаем, да, там. То есть все, это мы оставляем, переходим к следующему шагу. Второй шаг. Второй шаг – это у нас условия второго порядка. Second order condition. Здесь у нас условия второго порядка для максимума прибыли. То есть мы сейчас должны записать такое условие, чтобы понять, что действительно у нас максимум, а не минимум будет функция. Какое условие для максимума? Из матана сначала. Вторая производная какая? Больше нуля. Меньше нуля. Вторая производная должна быть меньше либо равна нуля для того, чтобы был максимум. Для минимума наоборот. Вот. Делаем. Ну, вот это у нас что говорит? Что у нас функция выпукла вверх. Да, получается. Ладно. Конкейв, короче, да? Для максимума. Делаем. Сначала в наших экономических значках. Значит, P минус MC, и от этого нам взять производную. P – это константа, да, поэтому производная константа 0. Будет 0 минус, у нас было MC, значит, надо взять производную от MC. Минус MC' должно быть меньше или равно 0. И можно вот это все перенести, да, получается, что MC' должно быть больше или равно 0. Что нам говорит экономически вот это условие? Что мы работаем на возрастающем участке предельных издержек. Да, наклон предельных издержек должен быть положительным. Делаем это. Теперь вставляем, да, берем производную от нашей функции. Сколько получается? 2q минус b должно быть больше или равно 0. То есть q должно быть больше или равно, чем b на 0. И посмотрите, вот отсюда, из этого условия, мы можем уже понять, какой корень мы отбрасываем. Какой корень отбрасываем? Посмотрите. С минусом. С минусом, конечно. Да, вон там видно, смотрите. B на 2 плюс-минус что-то положительное разделить на 2. Правильно? То если мы из B на 2 вычтем что-то положительное, то точно будет меньше, чем B на 2. У нас должен быть выпуск больше, чем B на 2. Поэтому корень с минусом мы отбрасываем. Говорим, следовательно. Q равное B на 2 плюс корень из b квадрат минус 4 на 1 минус b на 2. Это у нас подходящий корень. Appropriate root. Чумарки были сразу с минусом. Потому что у нас должен быть выпуск больше равен, чем b разделить на 2. Здесь нас смотрим. Давайте вот так напишем. А, здесь уже есть b разделить на 2. Да, видно? Если кто-то еще вычитает, то будет все. Да. Вот b разделить на 2 плюс что-то положительное, корень точно положительный, да? Угу. Тоже там разделить на 2. Ну да. Вот. Если вычитать, то нам уже не подходит это значение. Угу. Все, значит, с плюсом оставили. Да, с плюсом. Отлично. Так. Идем. А, еще знаете, что надо вот чисто математически подписать, что под корнем тоже должно быть что-то неотрицательное, да, это подпишем, что вот дискриминант, да, должен быть неотрицательным, потому что под корнем может быть отрицательное число, да, давайте вот так, b квадрат минус 4 на 1 минус b должно быть больше или равно 0, да, это как-то красиво подписать. Ну ладно. Да, это вот про дискриминант. Вот. Ну, просто, да, такой необходимый условие. Ну, ладно, не очень важно. Идем дальше. Это только второй шаг. Третий шаг. Третий шаг, мы подходим уже к нашему вот этому условию шатдаун. Конечно.
Значит, чтобы нам остаться на рынке, да, чтобы нам остаться на рынке, or not, чтобы не закрывать, нужно, чтобы, это мы уже с вами вывели, да, еще больше не пишем, да, нужно, чтобы цена, да, была больше либо равна, чем средняя переменная издержка. Значит, АВЦ сейчас мы быстро найдем, это легко. Да, и смотрите, да, здесь, когда мы говорим про совершенную конкуренцию, про perfect competition, вспомните условия первого порядка, first order condition, чему была равна цена? Предельным издержкам, да? Marginal costs. Это только for perfect competition. И зачем, да, это мы делаем, да, чтобы не так просто легче, да, будет находить все. МЦ у нас есть, а ВЦ, давайте, сделаем. А ВЦ чему равно? Надо просто, знаешь, вот эти общие издержки разделить на куб, потому что постоянных нет, потому что фикст кост их нет. Делим. Сколько получается? Квадрат на 3, минус на 2, плюс 1. И МЦ. У квадрат минус b плюс 1 это МЦ больше равно, чем у квадрат на 3 минус b на 2 плюс 1. Тут очень легко можно все решить. Решается. Можно все разделить на Q. Почему? Потому что мы уже выяснили, что Q у нас... мы не выяснили, да, мы предположили, что мы рассматриваем внутреннее решение, да? Q равно. Мы делим. Что у нас остается? 2 Q на 3 остается, минус B на 3. Должно больше равно 0. То есть Q больше равно 3B на 4. Вот так. То есть, какой вывод? Вот при таких выпусках фирма будет хоть что-то предлагать на рынке. Да? А нам, нас про что спрашивают? Там про B, да, про условия на B. Поэтому можно наше вот предложение, где оно, вот оно, да, наше предложение выпуск, да, подставить и там параметры как раз найти. Давайте сделаем. Вставляем несколько. B на 2 плюс корень из квадрат минус 4 на 2 плюс B. На 2 больше равно, чем 3B на 4. Ну, сейчас мы с вами не будем, да, долго математикой заниматься. Тут очень легко, да, это все можно тоже сделать. Давайте сразу я скажу, какое останется условие. А если выражать через цену, то цена должна быть больше равна, чем 1 минус 3b квадрат на 16. При таких ценах фирма не будет закрываться. То есть при ценах меньше, да, чем вот это число, да, то будет уходить с рынка, да, фирма. Вот. В принципе, в задании спрашивали про b, да, при каких b это все будет происходить. Вы можете обратно про b выразить, сказать, при каких b это все будет происходить. Вот. Я хочу, чтобы мы с вами построили функцию предложения, да, чтобы мы побольше, да, чуть сделать. Чтобы сделать такое классическое стандартное задание красиво. Давайте. Все. У нас почти все есть уже. Мы готовы записывать функцию предложения. Тогда одна совершенно конкурентная фирма будет предлагать в зависимости от цены на рынке. Сколько? Вот этот наш корень, да, b на 2 плюс корень из b квадрат минус 4 на 3 минус b на 2. Если, посмотрите, да, это функция от цены. При, значит, при каких-то ценах, на каком-то промежутке цен. А вот он, да, наш промежуток цен. Если цены, если цена больше равна этому числу, которое мы вывели. 1 минус 3 квадрат на 16.
да, если цены ниже, ну, да, запишем, в другом случае, отдуваясь, то, что надо написать. Фирма уйдет с рынка и не будет ничего предлагать, да, то есть выпуск будет. Согласны? Вот. Это у нас предложение одной совершенно конкурентной фирмы. PC, да, одной маленькой совершенно конкурентной фирмы. Это сделаем. Так, и теперь давайте иллюстрацию. Построим графически, покажем, что у нас произошло. Какой скетч зарисуем. Значит, по горизонтали тут выпуск. Вертикально, если все, что измеряется в денежных единицах, поэтому я не P пишу всегда, я пишу доллар. Да? Все, что измеряется в денежных единицах. Правильно? Вот. Что мы с вами знаем про МЦ и АВЦ? Если посмотреть, да, у нас там задание, это квадратичные функции получат, да, как параболки. Вот у нас будет МЦ, вот у нас будет АВЦ. Вот. Мы с вами знаем, что МЦ и АВЦ выходят из одной точки и пересекаются с точки минимума АВЦ. Это тоже... Вот это пересечение мы с вами находили в shutdown condition. Да, кстати, при каком выпуске оно произошло? Вот там у вас находили... 3B на 4. 3B на 4. Нет, 3B. 3B на 4. Спай, слышу. 3B... 4. Правильно, конечно. Да? Вот. Еще в условии второго порядка мы с вами нашли минимум МЦ. Сколько? Б на два. Помните, да, нам говорили, что если выпуск больше, чем Б на два, то предельные издержки возрастают, да, наклон МЦ положительный. Если меньше, чем Б на два, то наклон МЦ отрицательный. Мы как раз нашли вот точку, которую мы нужны. Супер. И теперь нам осталось с вами... А, еще мы вот это знаем. Для вот 3b на 4 при таком выпуске цена такая будет, вот этого разграничитель цены. 1, вот она, да. 1 минус 3b квадрат на 16. Теперь мы готовы нарисовать функцию предложения. Обратную функцию предложения. Значит. Если цена выше, чем вот это 1 минус 3b квадрат минус 16, то мы предлагаем свою продукцию на рынке. Вот это наше предложение. Так, это обратная функция предложения PS. Ну, давайте просто S выше. А если цена ниже, то мы предлагаем ровно 0. Ровно 0 будет. Можно какую-то точку выкалывать, да, достаточно выкалывают, можно не выкалывать ни одну, это не очень важно. Главное, чтобы вы не выкалывали обе, да, чтобы все одна там осталась не выкалывая. Вот, это сделаем. И как нам завещала на нашем факультете великий лектор, я так считаю, да, может, вы слышали Аллу Фридман, нет, не слышали. Вот, она всегда учила, что экономист должен решать задачу и записывать сюда три решения. Это аналитика, мы с вами это сделали. График, графическое решение полностью задания, вот оно у нас сделано. И интуиция. Интуиция, экономическая интуиция, почему и как, и зачем это происходит, это мы с вами проговорили, но если вы будете решать дома, я вам советую прям вот подписать, да, почему так происходит, везде все объяснять. Вот, и ну, в принципе, да, по-хорошему нужно, чтобы все вот эти три решения в одной задачке всегда были. Ну, там вас обычно там что-то другое спрашивают, вот одно из решений, вы пишете меньше. Но если вот вас конкретно не спрашивают, да, там эти числа, то пишите вот три решения. Да, так будете действительно настоящими экономистами. Так. А с этой задачей все. Пока я стираю, можете задавать вопросы. Еще раз объяснить. Ну, нормально, да? Нормально. Не загрустили пока. Ладно.
Ребят, кто там на видео, может, вы все-таки что-то пишете, вы можете тоже задавать вопросы. Ну, наверное, те, кто там дома сейчас, они просто лежат на диване, ничего не делают. Нет, нет, нет. Не лежит на диване, ну ладно. Это хорошо. Так, вот теперь второе задание с вами делаем. Во втором задании мы с вами уже переходим к разговору о монополии. Да, если в предыдущем задании была совершенно конкуренция, теперь мы говорим про монополию. Вот, в чем принципиальное отличие, что если фирм очень-очень много, да, это совершенно конкуренция, да, ни одна из этих фирм не может влиять на цену, например, цену как заданную фирму, это price-taking. Вот. А если у нас ситуация монополия, да, фирма одна, естественно, она влияет на цену, да, она диктует цену на продукцию свою, потому что она единственный продавец. Да, то есть здесь у нас монополия, они price-makers. Вот. Да, и в этом как бы такое отличие. Давайте сначала запишем данном. У нас есть два рынка. Спрос на каждом из рынков. Прямая функция спроса. P в степени минус 1 на сигма и Т. Вот, в предыдущей группе выяснили, что это буква сигма. Вот. Так. Издержки каждой фирмы линейные. Это вот видно С и Т умножить на Q. Да, линейные общие издержки. У нас два рынка. На первом рынке сигма 1, 2. На втором рынке сигма 2, 3. С1, 1, 8. С2, 1, 3. Вот. И что нужно найти? Нам нужно найти индекс Лернера и прибыль. Пожалуйста, это степень или это вычитание? Нет, это степень. Посмотрите, там вот задание. Видно? В смысле, степень минус один разделить? Да. Это степень. Так, надо все переписать. Да, это степень. Получше? Вот. Хорошо. Нам нужно найти индекс Лернера. И прибыль монополиста, да, на каждом из рынков. Если в предыдущем задании я писала P competition, да, то тут M слово monopoly, да? Супер. Так. Ну, давайте. Что называется? Индекс Лернера. Лернер индекс. Вот, да, и очень хороший вопрос. Это очень правильное начало, да, решение задачи. Мы сначала должны понять, что это такое, что нам надо найти. Вот. На лекции у вас была формулка. Да, вот такая формула. Индекс Лернера равен... подскажите мне, кто там на лекции... На второй. А, в общем, со связью проблема. Да, там. А я правильно понимаю, что это коэффициент, с которым фирма... Какая у фирмы сила воздействовать на цену? Конечно. Индекс Лернера показывает степень монопольной власти, да, рыночной власти. Какая формула? P минус МС делить на P. Да, P минус МС делить на P. И я, конечно, хотела пропустить вывод индекса Лернера, но я так понимаю, что надо все-таки понять, откуда это взялось. А что за индекс прибыли? М – монополия, монополисты. Вот, значит, это число,
да, нам показывает степень монопольной власти. Чем больше это число, тем сильнее рыночная власть, да, у монополиста. Ну и вообще у любой фирмы на рынке. Смотрим, значит, в чем тут суть. Смотрите, это цена, да, которая будет в итоге на рынке установлена, это издержки, да, определенные. Вот, а разница между тем, ну, что такое цена, то есть сколько тебе заплатят за единицу продукции, да, а издержки, то есть сколько ты за единицу продукции, ну, там, за предельную единицу продукции потратишь денег на ее производство. Правильно? Вот разница между ними, как она вот называется в жизни? Маржа, конечно, вот это и есть, да, надбавка, маржа, да, которую ты получаешь, сколько ты навариваешь, правильно, разница между тем, сколько тебе заплатили и сколько ты потратил, да, вот она, вот эта надбавка. И почему делится на P, чтобы нормировать, потому что маржа может быть разной, да, там, 1 000 000, 100 рублей, вот, да, и делим на цену, чтобы нормировать, чтобы индекс Лернера стал от 0 до 1. Вот, ну, супер, давайте сделаем. А теперь поймем, откуда это. Ну, теперь, и смотрите, ну, понятно, да, то, что чем больше надбавка, вот эта маржа, тем, значит, ты сильнее на рынке, значит, ты смог больше наварить. Правильно? Вот. Теперь посмотрим, откуда это взялось. А любая фирма, как обычно, решает задачу максимизации прибыли. Ну, давайте начнем это делать. Для монополиста. Это очень важно. Прибыль монополиста. Как всегда. Сначала запишем это. Общая выручка, total revenue minus total cost, да, общие издержки, и распишем. Если раньше у нас общая выручка была P умножить на Q, и P это была константа, помните, да, для совершенной конкуренции, то теперь что мы сказали, что монополист, он влияет на цену, он ее устанавливает, да, в принципе, по определению монополист, это тот, кто устанавливает цену. Да, это первичная задача, да, максимизация прибыли монополиста. Он назначает цену. Ценоназначатель. Price maker. Да, то, что вы называете. Да, поэтому для него цена это не константа. Как он назначает цену? Он хочет сгрести, и он может сгрести с покупателей максимальную цену, которую они готовы заплатить за тот объем выпуска, который он задумал произвести. Правильно? И вот это maximum willingness to pay. Да, по определению, это обратная функция спроса на рынке. Помните? Да, что такое PD? Да, это maximum willingness to pay to buyers. Да? Поэтому здесь вместо цены константы пишется обратная функция спроса на продукцию монополиста. Ну, то есть на рынке. Обратная функция спроса. Давайте напишем inverse demand. Максимальная цена, которую готовы заплатить наши покупатели. А, так, и почему это пишется? Потому что у нас монополист price maker. Подпишем price maker. Потому что означает цену. Поэтому не константа. Умножаем цену на количество, получаем выручку общую, вычитаем общие издержки. И вот эту прибыль монополист будет максимизировать. Монополист максимизирует по количеству, естественно, не отрицательно. И вот такую он задачу решает. И теперь мы делаем стандартные шаги, да, как обычно. Условия первого порядка, условия второго порядка, шатдаун. Да, все это делаем. Первый шаг. Условия первого порядка. А значит, что у нас здесь? Да, нужно, как обычно, первая производная. Она будет равна нулю, если, ну, давайте включим, да, меньше равно нуля и равно нулю, если выпуск строго положительный, то есть если внутреннее решение. Ну, давайте скажем, пусть у нас мы рассматриваем внутреннее решение, interior solution. Тогда берем первую производную, приравниваем к нулю. Производная от общей выручки, от total revenue, как называется? МР, да, маржин, конечно, отдельная должна быть равна, это мы с вами знаем, да, это МЦ, отдельная
ребрышки, мышечную кость. Вот. Это на условии первого порядка. И на самом деле оно точно-точно такое же, как было для совершенно конкуренции. Просто для совершенно конкурентной фирмы предельная выручка — это P, да, это цена. За каждую дополнительную единицу продукции совершенно конкурентная фирма получает, ну, цену, да, равновесие. Вот. А здесь, а у монополиста предельная выручка — это функция от количества, от того, сколько она собирает в производстве. А это у нас там великое условие, мы равно МЦ, даже на гербе факультета экономических наук есть вот это вот, и мы равно МЦ, может он присмотреться, увидеть, да? Вот, так что мы вывели это вот самостоятельно, да, без с вами сегодня. А, так, ну давайте будем вот это уже делать. Значит, с нашим дано. Смотрите, естественно, мы с вами ленивые, да, поэтому мы сразу там числа никакие подставлять не будем, да, мы решим все в общем виде, а в конце что-нибудь подставим, да, вот числа. Да, мы решаем в общем виде, и, с вашего позволения, я не буду писать индекс И, потому что, ну, он загромождает просто, да, очень много нам будет писать, поэтому все просто в общем виде решаем. Что нам нужно первое сделать? Смотрите, нам дана прямая функция спроса, да, это вот QD, да, а нам нужно PD, то есть выразить, да, найти вот этот inverse demand. Давайте сделаем. Умеете быстро говорить, чему равна обратная функция вот такой? Здесь q равно p там, в такой степени, а нам надо p равно q выразить. Да, и у нас в роли q. А? Да, да, это и есть q. Ну, давайте тогда q, d, и p. Да, если пишется d, это значит рыночный спрос, да, то есть количество. Ну, равно единица разделить на q вот это вот значение. Сигма. Угу. Да, да, правильно. Или, смотри, как я могу написать. Ну, или минус первый там. Да, да. Вот, значит, это будет q в степени минус сигма. Ну, как я объясняю, да, кто не понял, что произошло? Ну, смотрите, вот у вас там была функция x квадрат, да, параболка. Да, обратно ей корень из x, это мы знаем. А корень из x это в степени 1/2, да, то есть просто перевернули. И здесь то же самое. Была в степени там минус 1 разделить на сигму, и надо просто перевернуть. Да, будет в степени минус сигма. И все. А вот. Все, это сделали. Вот у нас обратный функция спроса. Давайте запишем выручку. Это будет вот она, обратная функция спроса в степени минус сигма, еще умножить на q, да, чтобы получить выручку. Сколько получится? Q в степени увеличим, да, на 1 в степени, 1 минус сигма. Дальше что надо сделать? Следующий шаг. Найти предельную выручку, то есть взять производную. Берем производную. Сколько получается? Степень сносим, уменьшаем степень на 1. 1 минус сигма умножить на q в степени минус сигма. Сделали. Ну, мы нашли обратную функцию спроса, вот. Нашли общую выручку, да? Ну, умножили цену на количество, да? Вот. И потом взяли производную, чтобы найти предельную выручку. Ну, я, конечно, это вот, я думаю, мы сейчас оставим. Хотя, ну, давайте дальше будем делать. МР, есть у нас МЦ? Где у нас? Вот. Да, вот они, общие издержки. Ну, это просто константы, да, останется. Да, или нужно минимальная функция. Отдельные издержки будут это будет просто c. Констант. Вот. И давайте приравняем мы к c. Один минус сигма на q в степени сигма равна c.
Отсюда выразим Q, чему будет Q равно? Монополисты, да, уже оптимальный выпуск. C разделить на 1 минус сигма в степени минус 1 разделить на сигма. Скажите, пожалуйста, что такое C'? Это производная от общих издержек. Вот общие издержки. Дано. C умножить на Q. Взяли производную, да? Получилось, осталось только константа. Зачем обратную функцию спроса? Чтобы найти общую выручку. Да, у нас же здесь, прибыль у нас выручка. Выручка – это что такое? Это цена умножить на количество. Но цена у нас не просто какая-то константа, да, это у нас обратная функция спроса. Ну, а нам дана прямая функция спроса. Надо выразить, чтобы подставить как функцию. Да? Еще вот. Нормально? Ну, задавайте вопросы. Так. Это сделаем. Так. Значит, вот такой выпуск задумал произвести монополист. Так, по какой цене он будет продавать свою продукцию? По максимальной цене, которую готовы заплатить. То есть, куда этот выпуск надо подставить? Спрос. По обратной функции спроса. Ну, вот этот PD от Q. Правильно? Ну, туда, да. Подставляем. Значит, цена монополиста это нужно подставить в обратную функцию спроса. Да, монополист. Подставляем. А у нас обратная функция спроса, где она? Вот она. Да, просто Q в степени минус сигма. Просто будет C на 1 минус сигма. Ставили, получили. Супер. И смотрите, для индекса Лернера и для прибыли, вообще для всего, у нас уже готово все. Но перед тем, как это считать, я бы хотела все-таки обсудить. Да, откуда это взялось? Давайте это мы все запомним. Теперь мы еще раз получили цену. Подставили, ну давайте, да, спешу. Подставили в обратную функцию спроса, вот она у нас. Наш выпуск, который получили. Давайте сделаем. Значит, вот наш выпуск. C на 1 минус сигма в степени минус 1 на сигма. Нужно ввести в степень минус сигма. Ну, умеете возводить? Но надо, если вот степень еще в степень возвести, надо перемножить степень. Перемножаем степень. Минус 1 разделить на сигму умножить на минус сигму. Сколько будет? 1. Да, то есть вот это вот будет равно 1. Ну и все. И вот остается c на 1 минус сигму. Ок. Видно? Вот. Хорошо. Дальше. Дальше, так, чуть-чуть делаем. Вот, теперь я... сколько я заканчиваю? 12:30. А, нет, тогда нет. А, нет, давайте я быстро объясню. Помните, вот у нас вот это вот условие. Условие первого порядка. Это можете не записывать, да, потому что это у вас на лекции было, я вам просто покажу. Да, я просто быстро буду писать, чтобы не отвлекались. Монополисты. Да, именно монополисты, конечно. Вот минус C'. Минус C'. Равно нулю. Значит, общая выручка, она у нас интересная, да, это PD умножить PD от Q умножить на Q. Штрих должно быть равно предельной издержке. Предельной издержке это неинтересно, да? Вот здесь. Когда мы берем производную от общей выручки, у нас здесь что будет? Производное произведение. Это же тут функция от Q зависит, и тут от Q, да? Вот. Поэтому надо производное произведение раскладывать. Да? Сначала производное PD, P' умножаем на вторую компоненту, плюс производное от второй компоненты, это единичку умножаем на первую компоненту. Ну, да, будем писать, равно МС.
Если вынести за скобку цену, то что будет? То есть трик умножить на по. Вот в этой компоненте, в этой части не было p, да, значит, надо разделить, чтобы все верно было, да, если за скобку у нас. Делим на p плюс 1 равно mc. Методом пристального взгляда можно заметить, что вот эта штука – это обратная штука к эластичности спроса по цене. Давайте я вам сейчас это напишу. Эластичность спроса по цене – это что такое? Это производная от выпуска, прямой функции спроса, умноженная цену разделить на количество. Ну и посмотрите. Когда мы берем производную от прямой функции, то же самое, что 1 разделить на производную обратной функции. Видно, что если перевернуть, то получится эластичность. Так, посмотрите. Вот. И еще что интересно, да, то, что эластичность, что такое? Это реакция, да, наших покупателей на то, как мы меняем цену. Да, мы чуть-чуть изменили цену, и от нас много покупателей ушло, или не очень много. Да, это просто ну, реакция, да, покупателя. Вот, слово эластичное, да, там, растягивается, да, или нет. А, и, да, если мы повышаем цену, идет цена в плюс, то люди от нас уходят, правильно, да? То есть эластичность – это отрицательная величина обязательно, да, не положительная. Вот, поэтому еще вот эту штуку, да, вот эту формулу записываем как… Цена на, итак, минус 1 разделить на модуль эластичности, чтобы точно мы знали, да, что там вот минус должен быть, чтобы не забыть, да, плюс 1 равно mc. И все, нам осталось выразить. 1 минус 1 эластичность равно mc разделить на p. Переносим. 1 минус mc p равно 1 на эластичность. Вот он. P минус mc p равно 1 на эластичность по модулю. Вот он индекс Лернера. Вот он откуда взялся. Видите, вот она надбавка. Да, и разделить на c. То есть все идет от надбавки. Обратите внимание, если бы у нас была совершенная конкуренция, что мы в совершенной конкуренции? Perfect competition. Что мы знаем? Что цена равна предельной издержке. P равно mc. Как отсюда получить, что P равно mc? Значит, вот эта скобочка должна быть тут просто единичка остаться. При какой эластичности это верно? Минус единица. Нет. Ой. Должна остаться единица. А, бесконечность. Бесконечность, конечно. А что это означает интуитивно? Конечно, да. Что это означает интуитивно? Если я маленькая фирмочка, которая не влияет на цену, если я чуть-чуть повышу свою цену, от меня резко все уйдут. Да, моментальная быстрая реакция, да, бесконечная реакция, да, покупателей. Поэтому, поэтому функция спроса для одной совершенно конкурентной фирмы, она горизонтальная. Да, если там чуть-чуть она повысит цену, от нее все, у нее спрос сразу ноль. Да, величина спроса на ее продукцию. Вот. И смотрите, но чем меньше реакция покупателей, да, тем больше я могу делать маржу. Согласны? Да, чем меньше эластичность спроса, да, тем больше я могу делать надбавку, тем больше у меня рыночной власти. Согласны? Ну, я решил повысить цену, чем меньше покупателей от меня ушло, значит, я влиятель, тем я влиятельнее, согласны? Нет. А? Это вы под первой, по верхней формуле объясняете? Я объясняю и по этой, и по этой, да, ну, там, не важно. Ну, наверное, можно уже на эту смотреть, да, то есть, чем сильнее реакция покупателя на изменение цены, тем меньше у меня монопольной власти. Вот так. И это берется из примера, ну, смотрите, там, если я продавец пасты Colgate,
да, сравните, да, продавца пасты Colgate, то есть рынок пасты Colgate и рынок, в принципе, зубной пасты. Где будет эластичность больше? На рынке пасты. На рынке пасты Colgate будет эластичность больше. То есть если производитель Colgate, да, чуть-чуть повысит цену, то от него уйдут, да, покупатели просто начнут другие пасты покупать, правильно? То есть эластичность большая, да? А если эластичность большая, то рыночная власть не очень большая. Правильно? Вот. А если, в принципе, рынок всей зубной пасты, цена повышается, но куда люди уденутся, да? Они все равно будут покупать зубную пасту. Да, то есть реакция будет маленькая. А если реакция маленькая, да, то процент эластичности маленький. Да, значит, монопольная, ну, рыночная власть большая. Согласны? Вот, да, вот отсюда это все берется. Да, это значит... Чем больше у тебя рыночная власть, тем больше ты можешь делать маржу. Вот, да, вот такое наблюдение. Ага, дальше идем. Все, значит, я объяснила, откуда это все взялось, да, именно интуитивно, да, и мы с вами вывели то, что вам вообще на лекции это выводили вчера. Вот, ну ладно. И давайте посчитаем индекс Вернера теперь. Давайте. Значит, у нас... Первый там рынок, второй рынок, а нет, вот так, да, просто, еще раз поймем СМЦ на П, а вот она наша цена монополиста, да, цена 1 минус сигма, минус предельные издержки, там просто С, они постоянные. И разделить опять на С на 1 минус сигма. Кто мне может быстро сказать, сколько это будет? Сигма, да, просто остается минус. Да, и поэтому сразу видно, почему надо было решать в общем виде, да? Ну, мы сразу можем сказать для двух рынков, да, чему, какая у них степень монопольной власти. Окей. Супер. А, и тогда получается, что эластичность — это 1 разделить на 7, да? Вот, ну это ладно. Так, прибыль монополистов нам тоже надо вывести. Это у нас что будет? Цена монопольная, количество монопольной выручки, да, минус издержки монопольной, с умножить на количество монопольной. Здесь куда мы тут куда? Умножим на скобку. Вот, и подставляем там все. Количество монопольного минус 1 сигма умножить цена монопольная цена сигма минус С. Вот, тут немножко можно преобразовать и получится, сейчас скажу сколько. Сигма, С, сигма, сигма. Ну, это на самом деле не очень интересно. В итоге. А С это у вас average, average? Ну, здесь в этом задании, и МС, и АВС, и АС, они совпадают. Потому что я вижу то, что у меня функция издержки линейная. Ну, вы понимаете, да? Ну, здесь это АВС, да. Это АВС. Вообще это АС, да? Хорошо. Потому что... Общие издержки. Общие издержки. Это что такое? Средние издержки. АС, множественное количество. Вот, но здесь просто постоянных нету, поэтому можем сказать, что это еще АВС. Вот. А, так, это сделали. Теперь, значит, для первого рынка, для второго рынка индекс Лернера тут 1/2, тут 2/3. Получается просто сигму, да, переписываем. Прибыль. Значит, на первом рынке, если подставить туда, ну, я могу даже устно подставить. Вот 1/2 и 1/8 надо подставить. Так, сейчас. 1/8 разделить на 1/2. Это 1/4.
1 минус 2, минус 1 переворачиваем 4, и еще на 1, 2, 2. Получается, тут прибыль 2, вторую сразу запишу, можете тоже подставить, проверить, там получается 2 трети. И обратите внимание, казалось бы, можно сделать, ну, казалось бы, чем больше у меня рыночной власти, тем у меня будет больше прибыль. Да, ну, видите, так не получилось. Вроде бы на первом рынке меньше, да, рыночной власти, чем на втором рынке, по индексу Лернера, да, мы посчитали. Но на первом рынке прибыль больше, чем на втором рынке, да? То есть вот это вот наша какая-то такая задумка, что чем больше рыночной власти, тем больше прибыль, она ошибочна, да, это не всегда так, да, это не обязательно так. Почему? Потому что здесь мы использовали с вами только предельные издержки, да, там, а прибыль зависит от средних все-таки издержек, да, от акций. Поэтому давайте мы напишем с вами вывод, что... Индекс does not guarantee larger profits. И вот это not обязательно надо выцепить, да, потому что обычно вот это нот, да, его забывают, и не тот, да, и будут опять говорят. Мы с вами вот убедились на примере. Еще смотрите, что надо было сделать. Еще что надо было сделать. Нужно было обязательно, чтобы только фок, да, с вами сделали, оттуда все пошли делать, да, это был там первый шаг. На втором шаге нужно было проверить сок. Как сок быстро проверить? Да, взять вторую производную, да, там, сказать, что она меньше или равна нуля. Вот, ну и там у нас теперь было МР и МЦ, да, поэтому будет теперь МР штрих минус МЦ штрих должна быть меньше или равна нуля. То есть наклон предельной выручки должен быть меньше либо равен наклону предельных издержек. Наклон предельных издержек единица, да, потому что константа, да, предельная издержка константа. Положите. Наклон предельной выручки, если его посчитать, там будет минус сигма на 1 минус сигма умножить, господи, на q в степени минус сигма минус 1. Так, ну, короче, там не важно, что, главное, что минус, да, там отрицательное значение. Наклон предельной выручки у нас отрицательный. Да, то есть условие второго порядка точно выполняется. Отрицательное число меньше, чем положительное число. Да, то есть ок. И шатдаун. Давайте наверх напишу. А должна быть больше равна А в С, чтобы мы не закрылись. Средняя переменная издержка у нас константа С. Цена монопольная, мы с вами знаем ее. Мы нашли С на 1 минус сигма должно быть больше равно, чем С. Ну, можете записывать С больше равно, чем С минус сигма С. То есть С больше равно нуля. Ну, это верно, да? То есть фирма не будет уходить с рынка при таком объеме выпуска. Да, и нужно ей оптимально производить такой объем выпуска. Не закрывается. Все, все три условия проверили, на вопрос ответили. Да? А что еще? Ну, по этому заданию мы все сделали. А вот, ну, смотрите. А тут вопросы. То есть ей будет в любом случае работать, потому что издержки все равно пропадут. Монополист, он такой, ну, интересный, что он выбирает конкретную точку. Да? У монополиста нет функции предложения. Монополист выбирает конкретный выпуск, конкретную цену. Вот. А потом задается вопрос, при такой цене, да,
да, мне выгодно оставаться на рынке или нет. Mm-hmm. Вот. И проверяет это условие. Получается, что сейчас ему выгодно оставаться на рынке. Все, значит, он работает, он не уходит с рынка. Вот. Ну, может, так сказать, следовательно, not shut down. Не уходит с рынка, а работает. Вот все у него там получается, да, заработать. Так, это сделали. Значит, смотрите, можете сейчас, ну, кому надо уходить, я буду разбирать первое задание пункта А, Б. Вот. Ну, это все будет на запись, кому нужно, идите, да, потом на записи посмотрите. Я пришлю ссылку на запись. Вот. Кому срочно надо. А можно? Только что сказали, что у монополиста нет функции предложения. А как? Почему? Потому что делает монополист? Он выбирает, сколько конкретно производить один выпуск. Да, прям число. Ну, да, там 5 яблок я буду производить и продавать по цене 7 рублей. Ну, то есть это не кривое предложение получается, а одна точка. И все. Но все равно, если у него есть кривая, если он... Нет. Если он будет выбирать цену ниже, чем на этой кривой, то он будет уходить в минус. Это и есть у него. У него нет, у монополиста нет функции предложения. А у фирмы совершенной конкуренции, у нее что там было? Да, у нас была прям функция при каждой цене, сколько я буду производить. А здесь мы когда решили задачу, у нас не получилось функция, а получилось конкретное число, сколько производить. Ну и одна точка, мы ее не называем функцией. То есть у него есть функция, но это он сам выбирает. У него нет функции предложения. У него есть сколько конкретно, какой выпуск, какая цена. Все. Вот. До свидания. Нет, он сначала выбирает, сколько производить, а потом просто подставляет максимальную готовность платить и цену получает. Все. Ну вот она получается точечка. Есть все-таки плюс, да, в онлайн вот этим все. Можешь потом посмотреть. Так, третье задание. Я делаю только первую часть, там А, Б, первую часть. Вторую часть, это вам даже лекарь прислал, это вам надо. Сделаю первую часть. Что нам там сказано? Давайте посмотрим. Мы снова возвращаемся к Perfect Competition. Нам сказано, что функция рыночного спроса – это 1 минус P. Не пугайтесь вот этого D, это просто Q, да? Q, D, P. Функция рыночного спроса. А, так, а можете, пожалуйста, дверь вот закрыть, потому что шумно будет. У нас много производителей. Квадрат на 2 – это функция издержек каждой маленькой фирмочки. Да? Опять у нас perfect competition. Пункт А. Нам сказано, что у нас N конкурентных фирм на рынке. Нас спрашивают, при какой цене такой совершенно конкурентный рынок придет в равновесие. Да, это называется market clearing price. Да? Какая цена, да, уравновешивает рынок? Да, ее мы обозначим. P – C – слово competition. N – при количестве фирм N на рынке. Да, это будет как функция от N. Вот. И сколько при таком... Да, при такой цене, сколько каждая фирмочка конкурентная производит, да, на рынке, если количество фирм на рынке N. Вот, такое надо найти. Ну, что мы с вами делаем? Как обычно,
Как обычно, да, мы с вами решаем задачу максимизации прибыли каждой маленькой фирмы. Правильно? Это здесь теперь делать очень быстро и легко. Нормально. Так, давайте. Значит, смотрите, я уже быстро пишу, но я в любом случае все равно пишу, да, что я максимизирую. Да, мой шаг. Да? Прибыль совершенно конкурентной фирмы я максимизирую по количеству неотрицательных. Записываю условия первого порядка. Мы с вами его уже знаем. У нас цена должна быть равна предельным издержкам. Предельные издержки – это производные от общих издержек. Берем производные от общих издержек. Сколько получается? Ну, Q, да, просто остается. Вот, все. P равно Q. Это условие первого порядка. Отсюда можно выразить или прямую, или обратную функцию предложения маленькой фирмы. Условие второго порядка. У нас предельные издержки должны быть с возрастающим, да, наклоном. Да, то есть наклоном C должен быть неотрицательным. Берем производную от МС, сколько? Единичку, да, там единичка больше нуля, окей. Да, то есть это верно для любого Q неотрицательного. Шатдаун. Мы с вами знаем, для совершенно конкурентной фирмы, for perfect competition, цена равна предельному издержкам и должна быть больше или равна, чем средняя переменная издержка, больше или равна, чем АВЦ. Предельные издержки Q, АВЦ, это надо общее, да, разделить на количество. АВЦ, делим, получается Q на 2, правильно? Это верно всегда, да, тоже. Это окей для любого Q неотрицательного. Это срочно что означает? Предельные издержки, они у нас равны Q, должны быть больше равны средним переменным издержкам, чтобы фирма не ушла с рынка, да, чтобы это было условие not shut down. Да? Ну, АВЦ... У нас надо общие издержки разделить на количество. А количество? Это у нас C от Q. Да, здесь разделить на Q. Надо разделить на Q. Я что-то не очень понимаю. А, нормально? Все, окей. Ну все, Q надо. Все. Значит, все у нас условия выполнены. Следовательно, мы после всех этих трех пунктов можем записать функцию предложения маленькой фирмы. Следовательно, предложение маленькой фирмы будет чему равно? Из условий первого порядка. Ну, Q равно чему? P, все, да, вот это функция предложения здесь получилась. И никаких ограничений, вот это кусочно заданное, она не будет, да, там, нет вот этого разграничения на P, да, потому что у нас для любого все выполняется, все хорошо. P, да, для любого P, вот такая функция предложения. Тогда рыночное предложение, которое мы будем обозначать S от P, да, еще его иногда обозначают Q большое, S от P. Это market supply. Но вам будет попадаться в вашем курсе вот S большое. Да, вот. Но мне очень больше нравится Q большое писать, что это, потому что там видно сразу, да? Q маленькое, это значит про одну фирму, да? А Q большое, это про все фирмы, которые есть. Да? Мне вот так нравится, конечно, но у вас вот в ваших там записях. Ну, давайте, как найти общее предложение на рынке? Конечно, мы с вами знаем, что у нас все фирмы одинаковые, их N штук, каждая предлагает вот столько, да, при каждой цене. Значит, надо просто N, можно, да, сначала формулу взять. Это сумма от I равна единице до N, U, S, I, T, P.
Тогда надо сложить все приложения маленьких фирмочек. Мы с вами знаем, что они все одинаковые, значит, это будет просто n умножить на q. И делаем markets clear. Это что такое? Рыночный спрос приравнен к рыночному приложению. Вот это вот, да, дело, чтобы найти цену, при которой это верно. А спрос у нас вот 1 минус p. Общее предложение np. Отсюда равновесная цена, которую нас просили найти, сколько будет? 1 разделить на n плюс 1. Тогда, что нас еще просили найти? Вот нашли. Видно, да? Все. Цену, которая на совершенно конкурентном рынке при количестве n, да, наших этих продавцов уравновешивает рынок, вот, да, мы ее нашли. Значит, количество. Сколько одна маленькая фирма производит, очень легко. Да? Ну, такое же, да? Тогда cn 1 на n плюс 1. Делаем небольшой логический анализ. Обязательно, да, всегда. Смотрим. Значит, чем больше фирм на рынке, тем ниже цена. Это логично, потому что чем больше фирм, тем выше конкуренция, да, и цена снижается, да, равновесно. Правильно все. Вот. И дальше. Чем больше фирм на рынке, тем выше конкуренция, тем меньше производит каждый фирм. Логичный анализ. Вот. Это всегда такую проверку делаете, вдруг вы там что-то напутали. Так, это сделали. Дальше. Дальше у нас с вами... Пункт Б. Нам с вами говорят, что чтобы зайти на рынок каждой вот такой маленькой фирме, необходимо заплатить entry fee. Да, нужно заплатить плату за вход в размере 1/32. И нас спрашивают, при такой плате за вход, сколько фирм будет на рынке? N со звездочкой. Это учитывая, что сейчас нет фирм на рынке. Это учитывая, что сейчас на рынке нет фирм, и сейчас нужно один. Ну, нам нужно, в принципе, записать такое условие, чтобы никто не захотел ни войти, ни выйти с рынка. Да, вот это вот равновесие. Давайте. Предположим, что сколько-то фирм, вот предположим, что N фирм уже есть на рынке. При каком условии ни одна из них не захочет выйти? Когда выходить невыгодно, а невыгодно для фирмы это все про прибыль. Правильно? То есть прибыль маленькой фирмочки конкурентной, когда их N штук, должна быть больше либо равна вот этой плате за вход. Согласны? Вот это условие. Firms do not want to leave. Не хотят уходить. Так. Но это фирмы не хотят уходить. А может быть, кто-то хочет войти. Да? И нам надо найти такое равновесное состояние, чтобы фирмы еще... Ну, те, которые сейчас не на рынке, они не хотели войти на рынок. Когда это выполняется? Когда им это невыгодно. Да? Когда плата за вход превышает прибыль фирмочки, если вот это дополнительно еще одна фирма решит зайти на рынок. Да? Так, если фирма станет сколько? N плюс 1. То есть вот еще одной фирме должно быть невыгодно заходить. Если их N, то они не хотят, не должны, вот каждый из этих N не должны хотеть выйти с рынка. Вот, а еще одна дополнительная фирма, которая там поменяет все цены, все поменяется, да и прибыль, естественно, всех фирм поменяется, вот этой фирмочке, да, не должно быть выгодно заходить на рынок. Да, то есть такая прибыль уже должна
быть меньше, чем плата за вход. То есть вот это сейчас я подпишу. Это not enter. Что-то такое, да? Они не хотят входить. Вопрос. Мы считаем прибыль единовременную, то есть мы сейчас не учитываем, что фирма может согласиться поработать в убыток в это время. Мы только сейчас мы статику рассматриваем, не только за момент, то есть единоразовая прибыль. Да. И, соответственно. У нас один период сейчас. Ну, то есть типа, статика. Динамики здесь нету. Вот. Тут смотрим. Значит, прибыль какая будет? Что такое прибыль в приятной фирме, если их N штук? Это у нас цена, да? Значит, умножить на количество, сколько она производит, если их N штук, минус издержки, вон они. Минус Q квадрат на 2. Минус C, QC. Ну, и N плюс 1 все то же самое, только там надо везде вместо N плюс 1 писать. Давайте начнем это все записывать. Прибыль такой фирмочки. Цена. Вон она. 1 на n плюс 1. Количество. Количество тоже 1 разделить на n плюс 1. Вычитаем издержки. Издержки q квадрат на 2. Да? То есть q вот то. 1 на n плюс 1. Квадрате разделить на 2. Понятно, да, что остается? 1 n плюс 1 квадрате. И это должно быть не меньше, чем 1/32. А это должно быть не меньше, чем такая же прибыль, только вместо n везде написано n плюс 1. Да, и фирма на одну стала больше на рынке. То есть что должно быть написано? 1 на 2 вместо n, пишем n плюс 1 плюс 1 квадрат. Нормально? Видно? Вот я сейчас подчеркну, где изменилось. Вот. Из математики... Я думаю, что вы помните, что когда вот такие решаются неравенства, да, двойные, мы хотим перевернуть, мы переворачиваем дробь, и знаки в обратную сторону меняются, да? Но это ладно. Короче, решаем это двойное неравенство, и получается, что n со звездой, там оно единственное, которое будет подходить, будет равно 3. Если бы плата за вход была другая, ну, смотрите, логически. Если плата за вход поменьше, то фирма будет побольше или поменьше? Побольше. Ну, все, понимаете, да, логику? Если плата за вход побольше, то может вообще монополия, да, остаться, а может вообще фирме не остаться. То есть такое тоже может быть. Рынок просто не будет существовать, если очень большая плата за вход. Вот. Так, это сделали. Второе задание, второй пункт, это вам самостоятельно на дом, да, это лектор просил, чтобы вы сами тут посидели, что-нибудь порешали, там то же самое, только монополия, фирмы, вот эти все фирмы, они решили объединиться, и там очень внимательно посмотрите, как издержки, там прям написано, как выводить издержки новой вот этой монопольной фирмы. Там все прям написано по заданию. Идите. Вот. И кто будет решать, да, очень полезное упражнение, хорошее упражнение, полезное. Вот будет то есть Саурис, можете прийти, да, можем с вами проверить. Или можете на почту написать, потому что там правильно или не очень. Все, значит, тут я все выключаю, запись, я вам ссылку пришлю. Вот. Давайте, все, хорошо, учебы. Я прошу прощения, что я вас задержала. Спасибо. Вот. Создание монополии. Спасибо. Создание монополии и фирмы. Несколько фирм. Они всегда объединяются. Что там читается? Там есть. Thank you.